Всем привет, с вами Андрей. Сегодня мы на севере Германии посетим Славянский музей. Нам повезло, сегодня и завтра проходит здесь ярмарка славянская. И приехали люди со всей округи, потомки славян. И не только немцы здесь, и англичане, и поляки. Разные языки, я уже слышал, здесь разговаривают. Короче, на базе музея проходит ярмарка. Много разных палаток, много разных шоу сегодня будут показывать. И можно посмотреть, как жили 1000 лет назад славяне на севере Германии. Это были славяне балтийские, проживавшие на территории Германии с 5 по 10 век. Очень все интересно, смотрим. Ну и как всегда, пишем свои комментарии. Между прочим, немножко о истории. На территории Германии жили многочисленные племена, которые принадлежали к восточным славянам. Были западные славяне и балтийские славяне. Вот как раз мы сегодня находимся на побережье Балтики, и мы посмотрим жизнь и быт балтийских славян. Так что, люди, смотрите канал, подписывайтесь. С вами был Андрей. Все только начинается. Погнали! Заходим в славянское поселение. Каждая деревня была таким большим валом огорожена, ворота деревянные. Нет, это вал. Чистокол — это то, что наверху находится. А здесь, видишь, вал. Вот по лесенке, и там они отбивались от викингов или от других племен, которые хотели захватить деревню и поживиться. Печь. А это вот мы зашли в музей старославянский. Вот так нам показывают, как раньше жили балтийские славяне. Одна из изб. Вот утварь домашняя, питомцы. Вверху сушили одежду. Наверное, и спали наверху. Здесь и палатка, кузнец спал вот на таких шкурах. Да, вот посмотри, красиво все. Серега, вот. Это кузнец. Вот здесь мы видим, что старый мех, воздух подавался в печку, то есть вниз. И вот здесь угли разжигались. И тут кузнец делал свои мечи. Сам мех старый, сделан из кожи. Можно посмотреть оружие славян. Все сделано вручную. Посмотрите, кожаные чехлы, сам меч. Все так аккуратно, красиво сделано. Настоящий металл. Показывают древнеславянский костюм воина, боевой топор с длинной ручкой. Цена, можно здесь все купить в музее, 140 евро. Мы видим, что кольчуги тогда не было из железа, была кольчуга из кожи. А здесь вот
кожаных вставках, видите, сделан из материала такого плотного. А если посмотреть вниз, мы видим деревянный щит, обит кожей, здесь железная какая-то круглая сердцевина сделана. Вот она, кольчуга древних славян. Тоже все сделано из кожи, настоящей толстой кожи. Ну, тогда вы сами понимаете, стрелы были, как бы, пробить они могли кожу, но убить человека, наверное, нет, потому что за толстой кожаной кольчугой еще была, по-русски это... Ватник. Ватник, да, то есть это ткань... Кто мы, ватники? Это ткань прошита, внутри забита, наполнена шерстью овечьей или еще чьей-то. Короче, очень плотная ткань. И стрелой ее, конечно, было тяжело пробить. Вот. И это тоже можно все купить. А если позади меня, посмотрите. Так, позади меня славянские девушки сейчас готовят или собирают хворост, будут готовить обед. Так что приходите на обед, мы вас накормим. Сейчас вам показывают, как раньше цвета, вот эти разные растения, да, вот какие-то цвета давали. И чтобы вот ткань покрасить, и вот они ложили в марлю там какое-то растение, которое давало, допустим, вот сейчас темно-красный цвет, чтобы вот эта вода, она была темно-красного цвета, туда ложили потом одежду там, я не знаю, штаны или какой-то пояс, чтобы окрашивалось. Это вот сейчас человек просто рассказывает, как это все раньше происходило у славян. Кстати, музей находится в городе Ольденбург ин де Хольштайн, то есть это от Гамбурга 130 километров, на берегу красивейшего озера. По берегам озера расположены вот старые как раз дома с... Все очень интересно здесь. Кстати, есть липучки. И вот дочка взяла липучки, теперь меня бросает, а я их также забрасываю липучками. Тут идешь, плетеные заборы, старые дома, локация такая интересная. Вот посмотрите, липучки. Я их давно не видел. Вот они. Настоящие липучки, как вот из детства. На дачу посадим, у нас потом место... О, видишь, как они прилипаются. Фу! Кто смотрит? Слышишь, там барабанная дробь идет. Это нас зовут на обед, пошли. Короче, да, мы сейчас пойдем в столовую поедим, славянская столовая, ребята. Все, погнали кушать. И вот посмотрите, одно из средств, чтобы дом был теплым зимой, здесь есть глина, перемешана с навозом. И вот эти щели, они все замазывались вот таким способом. Так что это все высохло, вот мы можем посмотреть, но оно как-то так себе не падает. Вот здесь это шерсть, так, и сверху навоз с глины. Ну, видите, местами уже отвалилось, то есть ненадежная система, видно. Серега вам расскажет, как называлось по-древнеславянски вот такое судно. Не, у викингов. У викингов как? Дракара. Но это Дракара, да? А это шлюпка маленькая. У нас время обеда. Давайте я вам сразу быстренько цены назову. Здесь есть булочки с колбаской по 4 евро. Картошка фри 3,50 с майонезом или с кетчупом. Также свинина с капустой в булке за 5 евро. Взяли славянскую еду. Ну как славянскую? Обычный стейк из говядины, капуста с овощами. Короче, будет вкусно. Ну, я предполагаю, что это славянская еда, потому что здесь много овощей, капуста,
Мясо, ну мясо ели славяне в то время, по-любому. Я не думаю, что это славянское. Это уже когда они разжирели, красные рыбки начали. Скоро икра пойдет. Серега решил просто рыбки поесть. А посмотрите, у него с чем булочка вторая. Это селедочка. Вот это по чисто и пиво. Это по-славянски. Отлично. Всем приятного аппетита. После вкусного обеда кофеек и смотрим славянские алкогольные напитки. Так что здесь можно что-то, Серега, тебе приобрести, как знатоку. Есть что-то знакомое, что ты уже спробовал или знаешь? Может, славянская барматуха? Нет? Есть? Ну, я не знаю, вот без этикетки, типа, какое-то зелье по 7 евро. 20 градусов, 17 градусов, 21 градус. Вот я в бутылочке смотрю, разные. 25 евро стоит. Кстати, вам даже могут предложить попробовать вот такие небольшие мисочки. И шмегут, я? Да, так. Витрингин кафе. Парень уже вторую стопочку пробует. Серега, можешь попробовать, он дает на пробу. Так, так, Серега, все, пошло. Ты смотри, чтоб понравится, все будешь пробовать. Так, Серега, как пахнет сразу? Ощущения вкусовые, запах. Все. Ну и как зашло? Как вино? Ну, оно не сильно крепкое. Здесь можно пробовать вот такими маленькими стопочками на халяву алкогольные напитки. Ну, один раз, наверное. Почему? При мне парень два разных вина попробовал или крепких напитков. То есть это без разницы, если ты хочешь попробовать перед тем, как купить, или просто хочешь попробовать, то есть без проблем дают на пробу. А сейчас мы находимся на поляне, где стоят вот такие палатки, и ремесленники со всей Германии приехали сюда, показывают свои изделия, которые они делают тут же на месте. Посмотрите, вот раньше вот так дерево обрабатывали, сам способ показан, что как это все крутилось вот, с помощью. Вот об... это, то есть вот ты вот так делал, и у тебя болванка деревянная крутилась, и ты долотом или каким-то таким инструментом обрабатывал дерево. Смотрите, интересно, да? Вот, видишь? Посмотри, какие они делают из дерева разные вот такие интересные чашки. Посмотри, ух ты, красиво все. 35 евро стоит вот такая. Ух ты, это, наверное, как для соли, да, может быть? Типа ложечка, ты подсыпаешь вот так, раз. И соль добавлять. Солонка. Может, сахар. Ну или сахар. Thank you.
нравится в этом месте то, что мы можем подойти, посмотреть, расспросить ремесленников, как раньше славяне делали те или иные изделия. То есть это очень интересно, познавательно, не только для взрослых, но и для детей. Свои все изделия они могут вам продать. Здесь все украшения, оружие, разные приспособления, домашняя утварь. Короче, вот ходишь и диву даешься, что люди до сих пор помнят свои корни, чтят и делают это с большим энтузиазмом. Серега, берем рог изобилия. Дороговато. Дороговато. Цена маленький, 0,5-8 евро стоит. Они вот продают свои изделия. Можно побольше взять. А 0,05. То есть если это литр, это 55 евро стоит. Литровый рог. Так что. Ну это видишь, ручная работа, возможно. Вот почему такая цена дорогая. Мы с Серегой поговорили и решили, что все-таки славяне пили, наверное, из деревянной посуды, а не из рога изобилия. Не, может, какие-то там эти вельможи, богачи. Ну, не вельможи, а старосты кланов. Не, ну, богатые люди. Славян были только, может быть, бедные. Ну, бедный, может быть, только был предводитель, более-менее такой богатый человек, который имел власть над поселением. Вот он, может быть, мог пить. И заканчивает первый день ярмарки. Это битва славянских воинов. Сейчас небольшое представление. Будут биться на мечах, копьях. Друзья, давайте заканчивать. Сегодня был очень интересный день, познавательный. Мы посмотрели, как жили славяне, какой у них был быт, оружие труда, как они дрались. То есть для нас специально люди приехали со всей Германии, показали шоу, покушали мы славянской пищи простой и вкусной. Так что подписывайтесь на канал. С вами был Андрей Сергеев. Свои корни не забывайте и смотрите новые видео. Всем пока!